Вся набережная как один большой дружный двор. Здесь запускают воздушных змеев, рядом мастерят скворечники. Вот спортивная площадка, а лестница стала беговой дорожкой. На главной же сцене награждают жителей самых красивых, оригинальных и благоустроенных дворов. Мы подводим итоги года благоустройства по программе комфортной городской среды. Определяем самых активных жителей. В каждом районе мы выделяли те дворы, действительно стали краше по сравнению с тем, что было раньше. Каждому победителю памятная табличка «Дом образцового содержания и высокой культуры быта» и саженец рябины. Люди, видимо, соскучились по субботникам. Вышло очень много народу. Сверлили, пилили, красили, строили. Рябинофест – победитель 11-го конкурса «Город – это мы». Уже третий год фестиваль пермских дворов проходит при поддержке проекта «Городская среда». Всего в этом году в Перми будут отремонтированы 114 придомовых территорий, объединяющих 210 домов. Проект наглядно демонстрирует, что власть и общество могут вместе взаимодействовать. Очень важно сегодня не просто облагоустроить дворовое пространство, а содержать. И в этом, безусловно, немаловажную роль играют как раз активные жители нашего города. Сегодня огромное количество дворов мы привели в порядок благодаря партийному проекту «Городская среда» и национальному проекту «Жилье и комфортная городская среда». И сегодня мало работы сделать, но главное еще и подвести итоги, потому что успешность этого проекта зависит от вовлеченности жителей. Фестиваль «Рябинофест» признан настолько успешным, что рекомендован федеральным руководством партии «Единая Россия» к тиражированию в других регионах.